Всем привет, мои дорогие друзья! Мы, собственно, продолжаем играть в Batman Rise of Shinzu. И у нас довольно сейчас будет... Блин, я не успел начать, уже меня тут дубасит. Довольно сейчас будет у нас сложная миссия. Да что такое-то? Так, подожди, что-то я не понимаю. Блин, не успел начать ужасно жить. В общем, нам надо будет защищать двери. Я вот только не понимаю. Правильно это делать, потому что... собственно, это... Получается вот эта дверь. Где они там все? А, вот. Нам показывают, видимо, да? Давай. А, вот. Вот. Идем быстрее. Так, осторожно. Привет тебе. Брось его!
Да ё-моё. Ты подохнешь, нет? Блин, он почти её свалил. Feeling better already. Хватит булочить, а? I can't let them near that door. Да и ты грунтометчики меня уже за... Back at the cave, не так-то просто. My nights always start and end here. No mercy. Let's do it again. No!
твою душу! Что ты сделал? I needed that. Too easy. Whack him! Good. I feel my strength recover. Блин, там мы это бьют. А кого кто бьет? Good. I feel my strength return. I can't let them near that door. Там кто бьет, дверь бьют. Да ты что, вот того бей? Блин, там еще это бей. Убал меня уже, честно говоря. Так. А, вот. Зараза. Смотрите, а. Смотрите, мне там. Ты что, охренел, что ли? Да ты че, а? Еще убейте, давайте меня здесь. Третий футбол. А он даже не сделал. Такие простые. Ah!
заботится. Too bad the boss ain't gonna have a heart and vengeance. The battlefield will be mine. Был, как сказать, довольно-таки такой, не то чтобы непростой уровень, но с первого раза, если не знать, как его проходить, там могут возникнуть небольшие трудности. Этот, значит, сейчас будет, по-моему, босс, если я не ошибаюсь, что-то еще сохраниться не может игра. Чё, игра? О, наконец-то. Now that is on the bomb. Never said bomb. He said weapon of mass destruction, and that is me. Так, и как его валить, спрашивается? Я вот не знаю, как его валить здесь. Ладно, сейчас разберемся. Still hating your betters, Bane. I'm so sad you can't stay and settle this now. You cannot run from me, Batman. Серьезно.
я же уклонился от него. Он же должен был уже это. Кто... Вот. Да бей ты его! Так. Taste my venom. Feel the power of my venom. Ну да, это еще не конец, а у меня одна жизнь осталась. Бежим! You'll need more than your venom to beat me, Bane. Собака, а?
Достал ты меня уже. А ты что-то пытаешься меня выручить, когда я эту фигню? Так, прекрати. Tonight there won't. By the time you wake up, you'll long since have forgotten where the Batcave is. Давайте еще один уровень пройдем и закончим пока.
где это? Что-то раньше так не было же. О, наконец-то. Так. Batman, you have not disappointed me. Would you like to know our next battleground? I already do, and I'm coming for you. Ah, but you have no idea where I am. I could be anywhere in Gotham. There is little difference between a fortress and a prison. One can be exchanged for another easily. Ah, my own words. Your scholarship continues to impress. You're hiding in the last place I would expect, and yet the best fortress in Gotham City. Arkham Asylum. It's impregnable. It was not only built to keep super criminals in, but to keep their henchmen out. You make sure nobody gets out. I know a way in. Gotham sewer, filled with rats and germs, patiently waiting to attack the sleeping city. Слушайте, гражданских лиц. Чего, одна минута? А, ну тут сразу. Семь. Да, блин, опять. О, чуть за растамах, блин. Can't pass this up. Хочешь бегать, ты там, там закрытый. Что за манера у вас? Что, охренели что ли? Да вы охренели что ли? Да нахер. Feeling better already. Scared yet? Now.
Блин. Все больше это. Stamina fading. Что, охренели что ли, а? Кажется, охренели, я хочу вам сказать. Да, то так мы. Зараза, прям по мне попал. Да хватит! Бегать! Так, у меня вообще... Да твою душу, ты что делаешь? Like this, too quiet, like the calm before a storm. Да-да-да.
Так, последний остался. Feeling better already. That quickly. Это что, не сначала, что ли? О, ну хоть так. Ну ладно, хоть 3 жизни, окей. А, вот в чем смысл этих подуровней, понял? Хватит бегать, а. Собаки меня уже достали. Честно достали. Да ты подохнешь, а? Ты что, зараза, что ли? Ты не дохнешь. Подожди, блин, ты... Get home. This is a danger zone. Блин, бегуны меня уже вот здесь. Better grab this now. Ты меня достал. Лешего я не могу туда пройти. Блин! Я достал своими взрывами хренами, да? Да давай! Нет!
Блин, а между прочим, я сейчас могу... Woodcut! School style! Prepare for defeat! И эти бегуны, которые... Strength returning. Just a cute vengeance. Boy, I could use this later. Хватит уже своими этими броситься. Good, guys.
Вы не охренели от часа? И вам что тут? Прям по вызову, что ли? Да твою душу, ты сейчас проиграю, я... Да я ж тебя ослабил! Ты чё за херня? Так. Good. I feel my strength returning. I have to face Sable Wind style! Да через замахи меня уже достали сейчас. Better grab this now. Вас тут будет, твою мать! Чё, издеваетесь, что ли? Блин, я сейчас не успею нахер. Или стоп. Ой, твою мать! Чё за херня-то, а? I don't like this. Я тут думал, там нормально будет. Calm before a storm. А я не могу выиграть тупо из-за того, что здесь блокируют удары. Ё-моё. Так, честно говоря, разозлили её. I am vengeance. Ты че особенно? Здесь какая-то. This is a danger zone. Stone crushing style. Hey! This might come in handy. Да ты что делаешь, а? Господи. Понял? Так, давай, иди сюда. Ты будешь атаковать, нет? Что творишь? О, господи, помилуй. Да блин, я все время забываю, ё-моё, что надо это... Good. I feel my strength returning.
сейчас завалю, я на... Ну, конечно, да, да. Too easy.
27 секунд. Better grab this now. Ё-моё, сейчас тебя провалю. Вообще тут разработчики, наверное, рассчитывали, что я смогу скинуть. Блин, я не мог. Блин, сейчас провалю. Блин, ну пустите меня. Я сейчас тебя убью, игра. Strange. It shouldn't have ended that quickly. Все, ребят, я не могу больше. Последний раз пробую. Я провалил тупо из-за того, что они слишком долго убивают. Охренеть просто. Good. I feel my strength returning. Постоянно блочит удары. Жесть какая-то. Woodcock, school style, prepare for the beat. Don't scare me. Hate to say it, but they had coming. Ё-ты-моё, а, ё-ты-мино, Scared yet? Feeling better already. Huh!
Ты издеваешься? Заходи давай сюда. Что, прикалываешься? Ну, давай. Good. I feel my strength returning. You're safe now. Vengeance. Ты же зараз... Never pass up a chance to rearm. Better grab this now. Don't be afraid. I'm here to help you. Блин, ты давай, а? Бей нормально. Вы издеваетесь, что ли, а? Нет, вы издеваетесь. Просто издеваетесь. Мало того, что не падает, еще и... Ну нет, я уже точно не смогу пройти. Скинуть, когда...
издеваетесь, что ли? А реально издеваетесь? Когда они блочат мой двинок. Короче, я проваливаю это задание тупо из-за того, что они долго убивают. Down you go. Это реально вообще. Тупо из-за того, что. А, я еще и зрение все потерял. I don't like this. Too quiet. Like the calm before a storm. Не знаю, что я сейчас не сделаю. Это. Маразм какой-то чисто, это честно. Ну, блин, как я могу их убить? Как я могу их скинуть? Скажите мне, пожалуйста. Так. Я, конечно, понимаю, что там можно их скинуть и не париться, но... Это как бы слегка не так-то просто сделать. Так, вот. Better grab this now. Все, последний раз. Я уже, наверное, 2 часа тут где-нибудь. I have vengeance. Get home. This is a danger zone. Я тебя сейчас отвлечу, просто я не знаю, что я сейчас сделаю. Просто пока тут эти комбо проведешь, они уже просто на тебя убьют. Так, на минуточку. This might come in handy. Реально, тренажер для рук, это вообще офигенно. Я не могу пройти этот уровень тупо из-за того, что эти броги слишком долго мутятся. Охренеть просто. Никогда я бы не подумал. Короче, я не могу это комментировать уже, всё. Now.
This now. Да, конечно.
ты твою душу! Нет, я сейчас эту игру просто... Не знаю, что я сейчас сделаю. Убью нахрен. Это что за херня? Сколько вас там будет? Я вам что тут? Рэмбо Терминатор ТВ Геймс, что ли? Игровая приставка, грёбаная. Все, последний раз. Больше так не могу. Я не могу, говорю, пройти этот уровень из-за того, что... Эти огневые бомбы, серьезно, вообще бомбы. Что не на легком должны, по идее, довольно быстро так валиться. Never pass up a chance to rearm. А, ну да, конечно же. Еще вот этого надо валить. Который, блядь, от меня еще уходит. За это полминуты надо отдать. Блин, да хватит, а. Ну ты че? Бей нормально, а? Хотя он и должен. Better grab this now. Ah!
there yet. Какой-то полный. Ты
О, господи, неужели? А у меня ноль жизни, твою мать! У меня ноль жизни. Твою мать, сука. Я сейчас эту игру убью, нах. I don't like this. Too quiet. Like the calm before a storm. Это же пи какой-то уже, а? Пошел. Ты воды пи какой-то. Это просто, я не знаю, это... Я вам чё тут? Вроде не нанимался никуда. Турки грёбаные. Подкидывают мне. Я там скинул всех, они мне подкидывают про гоблинов, хрен знает откуда. Ты вообще какой-то дубкой. Чистый воды. Сливательство. Все, брат. Я уже, блин, не могу, я уже. На входе. Вроде детская игра, а. Вот этот уровень я запомню надо. Как я. Better grab this now. Называется, не могу пройти уровень тупо из-за того, что не успеваю убить тех врагов. Зашибись просто.
This might come in handy. Woodcut! School's... Better grab this now. Down you go. Тем временем последний. Good. Feel my strength return. Better grab this now. Да блин, ты что делаешь, а? Не тормози. Минута, ой, каждую секунду начинаю. Ты куда, блин, его кинул-то, а? О, господи, чё ж ты творишь? Так, давай, на. Нагрешил-то. Блин. Просто издеваются надо мной, что ли, разработчики? Нет, реально издеваются. Я сейчас буду просто чистой воды материться. Если я сейчас не пройду, я эту игру удаляю. Я не знаю, как здесь это комментировать еще. Это невозможно пройти тупо из-за того, что он просто тупо не... И это не дает мне это сделать, потому что разработчики, видимо, захотели, чтобы я эту игру не прошел, и все, блин. Это я не знаю. Как вообще здесь можно это прокомментировать? Я и так бью, вообще не даю им ничего сделать. А они, блин, тут вообще мне просто ну, не добиваются они так. Вообще просто не добиваются. Не добиваются. Просто напросто. Простите, не знаю, что сказать.
Скулстайл! Хватит бегать, а и так времени мало, а ты мне тут еще бегаешь. Я вообще просто озверел. Не знаю, что еще с ними. Смотрите, 30 секунд осталось, хотя в то время у меня было гораздо больше из того, что я не могу тут прибить. Тупо из-за того, что они от меня бегают. Better already. Better grab this now. Scared yet? I hate to say it, but they had it coming. Ты что делаешь, а? Good. I feel my strength. That's a nice big one. Yeah.
Блин, а? Ну бей давай! Что ты хотел? Достало, честно говоря. Честно, вот, извините, ребят, за мод, если это реально меня вот достало. А, блин. Ты что, издеваешься, что ли? Блин. Это же пипец какой-то, а. Да блин, вы скажете, вы смотрите, что они делают. Я уже не знаю, что тут вообще, как тут вообще действовать-то. Твою мать. Я просто сейчас уже озверел. Я должен пройти этот сраный уровень, потому что если я его не пройду, я буду помнить об этом. Я вот и спать не смогу, прям. Я вот просто тупо не могу пройти уровень, тупо из-за того, что эти грёбаные там эти разработчики, блядь, у меня из-за выражения, просто-напросто это, как сказать, сделали так, что... You're safe now. Я не знаю, какой дебил туда думался сделать, но хотя бы, я не знаю, ну... Могли бы сделать нормально, чтобы враги уничтожались нормально, а не вот так вот по полминуты каждого, блин, бить. И я не знаю вам, честно, вот, что вот вам сказать, ребята, но вы реально переборщили по поводу этого, но... Да вот так. Grab this now. Stamina. Aiding. Да твою душу, ты что делаешь, а?
had coming. Prepare to face Sable! Good. I feel my strength return. Feeling better already. Между прочим, штука в том, что если они упадут, то есть я не смогу какой-нибудь или супер как-то эту суперформу взять. Ну не суперформу, а ярость. Got it. Regain. My strength. Точно минуту потратил. Блин, еще один. Какого хрена, у меня одна жизнь осталась. Господи, боже мой, что тут происходит вообще в этой гребаной игре, а? Нет,
тут, ну нереально тут пройти-то, а? Извините, ребят, но это уже маразм какой-то. Strange. It shouldn't have ended that quickly. Это что за ужас-то какой-то, а? Это же маразм какой-то, они просто... Я же говорю, я не могу это пройти тупо из-за того, что они быстро, долго валятся. Хоть сделали бы... Не знаю. Не по полминуты же на каждого врага, ты, ё-моё. Не было такого в этой игре еще никогда, чтобы время не давали столько, что это... Я не знаю, что с этой игрой случилось, но это маразм какой-то, честно. Пипец какой-то. Grab this now. Stamina. Fading.
too easy. I don't like this. Too quiet. Like the calm before a storm. И вы что надо мной издеваетесь, что, короче? Так, ребят, продолжаем. В общем, тут вне записи я прошел вот эту злосчастную. Это просто, я не знаю, как так можно было сделать. Так, я надеюсь, сейчас вообще я не сдохну. Потому что сдохнуть мои планы вообще не входит, честно говоря. Абсолютно просто. Better grab this now. Ой, господи, наконец-то. Ой, вы себе не представляете, ребят, что я тут все сделал. Это просто, я не знаю, ну, просто я тут уже просто как зверь всех мочил, просто, я не знаю. Мне тут миллион очков должны дать за это, честно говоря, я должен вам сказать. Так. Thank you.
Так, давайте посмотрим, что там дальше. Ой, нет, 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 стой, 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 стой. Блин, хочу. Да блин. To persuade the security agency to disclose some of their findings on Sensu. That was kind of them. He's mastered something they refer to as yin-yang alchemy, also known as yan jin. It's an ancient metaphysical art. Masters of it are able to turn mental energy into physical energy, to heighten their own abilities and dominate the minds of their underlings. That must be how he controlled Scarecrow, Bane, and Clayface. Not much of a trick, since they were all doing what they loved best, fighting me. Be careful, Batman. He might try to use it on you. It only works on the weak and the impressionable. I am neither. Так. If you're a common criminal, you're sent to Stonegate Prison. But if you are the most insane, you are sent to Arkham Asylum. Так, простите, гражданские, все. Давайте, ребят, пока на этом закругляться. Хватит уже сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока. До скорой встречи. Всем пока-пока.